Купили сейчас покушать. У нас получилось сэндвич 1,5 евро, кофе евро, сыр, там 5 штучек было, сколько евро, и кольца. Кольца 1 евро. Полтора. А, полтора. Кольца 1,5 евро. Вот так мы на 3 евро кушаем. Очень вкусно. А вот чек. 4,16. У тебя сэндвич? У меня дорогие вот эти. Кофе. А, дорогие. Да. И дороже на 15, на 50 центов. Ну как, есть можно? Обалденно. За счет вот этого уникального хлеба, пусть местного, который можно есть просто, есть. Это не наше говно из азбуки вкуса, которое типа мы сами делаем хлеб. Это реальный хлеб. И очень вкусно. Вот так вот. Дома я бы не стал такое есть бы. Дома за спортивный образ жизни, да?